Этот гуляш, в отличие от классического, готовится из куриного мяса. Он такой же вкусный, но чуть менее наваристый. Сделайте такой сами и убедитесь в этом. Расскажу, как приготовить куриный гуляш. Хотя традиционный гуляш готовится из говядины, ей вполне можно найти замену, например, использовав куриное мясо. Блюдо получается не такое жирное и наваристое, больше похоже на диетическую версию популярного блюда. Подавайте гуляш горячим сразу после приготовления, можно со сметаной и зеленью. 1. Очистите лук от шелухи и нарежьте его кусочками среднего размера. 2. Вымойте перец, очистите его от семян и нарежьте небольшими кусочками. 3. Очистите чеснок и пропустите его через чеснокодавку или натрите на терке. 4. В казанке или кастрюле с толстыми стенками разогрейте растительное масло и сливочное, выложите лук и обжаривайте его 5-7 минут, затем добавьте чеснок. 5. Выложите в кастрюлю болгарский перец, добавьте паприку, перемешайте и тушите 5 минут. 6. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. 7. Выложите мясо в кастрюлю и перемешайте. 8. Нарежьте кусочками томаты и добавьте их в кастрюлю. Залейте все водой или бульоном, чтобы покрыть все ингредиенты на 2 пальца. 9. Доведите смесь до кипения, выложите все оставшиеся специи и соль. Тушите на слабом огне в течение 1 часа. 10. Готовое блюдо подавайте сразу после приготовления, украсив его сметаной и свежей зеленью.